Продолжаю рассказывать, как думает женщина на примере вот этого женского комментария. Сразу хочу предупредить. Даже если у вас очень сильно пригорает, с женщиной никогда не надо спорить. Не надо ей ничего доказывать или объяснять, потому что это бесполезно. Просто примите к сведению. Итак, мужчина частично или полностью обеспечивает женщину и детей, решает их проблемы, но при этом женщина абсолютно уверена в том, что он должен заслужить их уважение. Причем, уважают дети своего папу или нет, видимо, решать будет тоже она. Также по какой-то причине женщина присвоила себе право определять, нормальный мужчина или нет. Как я уже говорил, женщины живут по принципу «нет ничего невозможного, если ты охуела до нужной степени». Поэтому я считаю, позиция мужчины в данном случае должна быть очень простая. Да, ты можешь меня не уважать, это твое право, но тогда не рассчитывай ни на какую помощь и поддержку с моей стороны. Я не буду давать тебе деньги, не буду решать твои проблемы, делай все сама. Потому что зачем мне что-то делать для человека, который меня не уважает?